витамин Е. Такоферова цитат. Витамин Е вам придется пить после еды, потому что это жирорастворимый препарат. Это жирорастворимый витамин, а он только всасывается жирами. Поэтому вот как раз витамин Е вам придется потом, когда похаваете, чем-нибудь должно быть что-то такое жирненькое. Ну, то есть, не то, что жирненькое. Ну, то есть, это не подойдет пить витамин Е, например, если вы съели огурец или яблоко. То есть, какие-то минимальные жиры должны быть в пище. Он, кстати, витамин Е тоже очень хорошо сказывается на продукции вашей спермы. Ребят, только важная дозировка должна быть меньше 200. Опять же, не знаю, в чем измеряется он, короче, меньше 200. Потому что, ребят, это, тут я абонирую там, ну, для меня специально приходят это газетки такие для врачей. И там, короче, вот было новое исследование, короче, 7 лет исследовались какое-то количество там мужчин, которые пили в большой дозировке витамин Е, от 200 они пили, 200 до 400, короче. И плацебо не пила, конечно, и потом оказалось, короче, ребят, в больших дозировках витамин Е, в больших дозировках, он, короче, усугубляет развитие рака простаты. И тем самым сокращает продолжительность жизни, они посчитали, после 7 лет. Это в Дании были эти исследования. В Дании после 7 лет на 10% увеличилась смертность, да, у тех людей, которые принимали больше 200, чем плацебо, которое принимали. Да. То есть в больших дозировках витамин Е ни в коем случае не принимайте, а до 200 вреда никакого не нашли они. Да? А вот кто больше 200 принимал, у тех на 10% повысилась риск этого, смертности. Вот так вот, ребят. Вот так вот, ребят. Витаминами можно себя тоже угробить. Поставь мне лайк и подпишись, и мое шоу не закончится ни в жизнь. Поставь мне лайк и подпишись.